Ученые со всего мира, изучающие вечную мерзлоту, встретились в Академии наук Якутии. Седьмая международная конференция по криопедиологии на науке, изучающей процессы воздействия холода на почву, продлится до 28 августа. Культурная программа для участников включает посещение Института мерзлотоведения с подземной лабораторией и криохранилищем семян. В рамках конференции будет организована школа для молодых ученых «Почва и мерзлота». Планируется проведение лекционных занятий. Добавим, что большая часть всей мерзлоты приходится на территорию России. Как отметили якутские ученые, для них честь принимать гостей, изучающих различные воздействия почвы на окружающую среду. Во-первых, мы сегодня проснулись, и был солнечный, прекрасный день. И очень важно для нас увидеть именно прекрасный ландшафт, который находится на данной территории.